Беларуси? Посетил глава республики и аграрно-технологический техникум. Недавно за внедрение в учебный процесс инновационных программ образовательное учреждение получило специальный грант. Выпускники техникума на расхват не только в сельскохозяйственных предприятиях. Ребят здесь обучают и швейному делу. В фойе для гостей организовали небольшую выставку достижений студентов. Те, кто учится на старших курсах, уже начинают сотрудничать с местными ателье. В мастерских шьют спецодежду, платья и даже куртки. В техникуме для будущих портных и модельеров был открыт ресурсный центр швейного производства. Михаил Игнатьев отметил, что на рынке труда их профессии пользуются большим спросом. Это уже второй уровень, который уже готовится получить наиболее такую востребованную специальность. Вам сами нравится, нет? Да. Будущие специалисты агроотрасли стажировку проходят не только на базе местных предприятий, но и за рубежом в Германии. Там они получают сертификат европейского стандарта, сотрудничает техникум и с ведущими вузами республики. С выпускниками и их возможными работодателями Михаил Игнатьев поговорил за круглым столом. Глава республики отметил, что к ученикам техникума предприятия должны присматриваться с первых курсов. Практиковаться молодые должны начинать в цехах на реальном производстве. Учебное заведение руководители организации обещали поддерживать.